LGBT-форум для меня – это такой праздник, как для любой семьи Новый год – основной праздник в нашей стране, так для меня LGBT-форум – это основной праздник в году. Это атмосфера поддержки, это возможность пообщаться с тем, кого давно не видел, возможность услышать о том, как сейчас работают коллеги и что они используют. Очень здорово, что в нашем профессиональном сообществе, в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, мы можем выстраивать такие крепкие, надежные, здоровые привязанности. Большая радость встретить коллег, пообщаться, узнать, как идут дела. И это бесценно. На выходе я полагаю, что это будет влиять и на профессиональные компетенции участников, ну и на состояние психологическое, душевное в том числе. This is an important event. This is really important. It's vital to remember that event. Всем увидимся в следующем году.